Здравствуйте. Хотел, у меня такие вопросы к Кто тебе. такой? Откуда? Рассказывай. Максим Лебедь, город Одесса. Подними голову, чтобы видно было рот. Вот так, вот так. Сейчас. Не упускай себя. Вот Ну, так. расскажи, кто ты такой? Меня зовут Максим Ты Лебедь, опять я... ушел вниз. Вниз ушел. Одни глаза видать. Все, Не так. наклоняйся туда. Говори, пожалуйста. Меня зовут Максим Лебедь, я из города Донецка, мне 11 лет, у меня Так, бы подожди, у хотели... тебя одни глаза видать. Почему ты уходишь вниз-то? Третий А, у раз меня... говорю. Ну, отступи маленько подальше, чтобы вот так било. Вот я же виден, а ты меня не Да. видишь. Ну, вот так, ближе не наклоняйся. Так, повтори еще, что сказал. Меня зовут Максим Лебедь, я из города Донецка. Мне 11 лет. Я бы к вам хотел... у меня вопросы к вам есть. Так, подожди, как ты узнал, что про нас-то? Я не зашел на ваш канал. Смотрю ваши А как видео. нашел? Расскажи. Смотрел видео молитвы и нашел на ваш. Ну на что? Что искал-то там? Почему на нас-то вышел? Там же миллионы их таких. Как на нас-то Ну, вышел? рекомендациям были. От Нашел. кого? От кого? Там были, внизу видео разные. Я зашел, мне очень понравилось, Так. подписался. Сколько тебе лет? 11. 11. Несовершеннолетние. Родители дома? Нет. Нет, мы не можем говорить с тобой, потому что родители могут иметь претензии. Они скажут, несовершеннолетний, совращал его, там то другое. А мне зачем эту беду? Вот когда у тебя будут дома с родителями, тогда подойдешь. Договоримся, давай. Хорошо. Хорошо. Но с 4 до 4 Москвы, запомни. Если перезвонил один раз, нету, значит, больше звонить не надо. Значит, я был на улице. Я же работаю, и у меня работа то на улице, то в избе. Да, я понял. И что? Я Хорошо. понял, что кто-то несовершеннолетний звонит подряд, так нельзя делать. Да. Значит, поговори с отцом, с матерью, расскажи им, чтобы они были рядом с тобой. Тогда мы поговорим. Такие правила, понимаешь? Я понял, но не Вот. против. Я могу с вами разговаривать. Я начальник детского лагеря 45 лет был. Я вас знаю хорошо. Ну, просто неприятности мне ни к чему. Так, всего хорошего. Как тебя звать-то? Максим. Максим? Да. Ну, во славу Божию, да благословит тебя Господь. Ты вопросы запиши, чтобы они никуда не делись. И только Да. больше не звони, пока не будут отец или мать рядом с тобой. Договоримся давай. Да. По-другому никак нельзя, иначе я заблокирую сразу тебя. С Богом! Храни тебя, Господь. Вот так. Все, выключай.